Всем любителям золотишка привет! Сегодня мы продолжим прохождение ивента «Утиные истории». Ну, не совсем прохождением, потому что я вас лишь только натолкну на правильный плейс, где проходит этот ивент, и расскажу, что в нем нужно сделать. Ну а все остальное вы сделаете самостоятельно. Итак, начнем же. Плейс, на котором проходит ивент, называется Minus Heaven Resurrection. Название на английском данного плейса вы видите у себя на экранах, а также ссылочку на него я оставлю в описании. Суть данного плейса заключается в том, что мы строим инженерные машины, которые производят ресурсы, а продавая эти ресурсы, мы получаем деньги. Ну, в принципе, как в обычных тайконах, мы строим майнинговые машины, за счет которых мы получаем деньги. Здесь то же самое. Так вот, эти машины нам должны произвести здесь 1 миллион долларов. И если мы это сделаем, то мы получим достижение. Ну а вместе с этим достижением мы получаем тот самый заветный мешочек с золотом. Основную часть ивента я вам рассказал, осталось дело только за вами. Постройте такую же инженерную машину, ну хотя почему такую же, постройте свою инженерную машину и заработайте свой первый миллион.